Друзья, с вами Одесский Липован или Липован из Одессы. Это короткое видео для гурманов, ценителей карася. Или для тех, кто его не понимал. Я вас сейчас быстренько чуть-чуть переобую в этом плане, и вы сразу полюбите эту рыбу. Смотрите, карась у нас пожарился. Если вы вот так вот мелко его разрезали, костей можете уже не бояться. Перед тем, как кушать, что вам может помешать? Вот этот вот гребень берете, вот так вот пальчиками зажимаете, и аккуратненько его достаете. Вот все эти кости. Давай, Вася, до свидания. Уехали. Плавник, толстая кость, пилочка его. Тоже вот так вот зажимаешь и достаешь эту кость. Все, карась готов к употреблению. Всем приятного аппетита. С вами Одесский Липован или Липован из Одессы. Обалдеть, никаких костей вообще, это карась и кости, что? Да, это готовит Липован.